В Москве выясняют причины крупного пожара на строительном рынке, который минувшим вечером тушили почти 5 часов. По предварительной версии, к возгоранию на территории торгового комплекса «Мельница» могли привести неполадки в электросети. Об этом сообщили в столичном МВД. Напомню, накануне вечером вспыхнули павильоны, в которых, кроме прочего, хранились лакокрасочные изделия и деревянные материалы. Огонь в короткое время охватил площадь почти в 1500 квадратных метров. Столб черного дыма было видно издалека. К ликвидации привлекали пожарный вертолет. Обошлось без погибших и пострадавших.